Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня я вам сниму видео 10 фактов о моей шиншилле Шустрике. Вот он. Ну что ж, давайте мы начнем. Первый факт. Шустрику примерно 3 года. Второй факт. Шустрик умеет есть с ладошки. Так как не все шиншиллы могут с ладошки есть, он может. Он берет еду. Третий факт. Шустрик ходит в туалет. В туалет. Вот сюда, в туалет. Я его приучила, и он теперь ходит сюда, в туалет. Четвертый факт. Шустрик очень боязливый. Ну, всего боится, от всех шумов. Ну, это многие шиншиллы боятся. Я его пытаюсь приучить к рукам, но пока что не самым лучшим успехом. Он раньше залезал ко мне на руки. Но потом пришли гости и решили его погладить, и он теперь меня боится опять. Вот так вот. Шустрик. Вкусно тебе. Шестой факт. Шустрик постоянно хочет выбраться из клетки. Он любит гулять. Седьмой факт. Шустрик очень любит то, что когда его вот так вот гладят, он прям кайфует. Восьмой факт. Шустрик обожает вот эту трубу. Вот это он постоянно в ней спит. Вот очень часто. Шуша. И девятый факт. Шустрик очень любит гулять по комнате. Вот он вышел, там ползает Шустрик. Просто обожает ходить, нюхать, бегает, прыгает. Сходит с ума, одним словом. Шустрик. Все, он залез. Да. И последний, десятый факт. Шустрик просто обожает купаться в песке. Вот. В общем, ребята, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Да, ребята, чуть не забыла. Пишите под этим видео в комментариях вопросы для меня, про меня и про моих животных. А я сниму уже видео вопрос-ответ. Всем пока. Шустрик беленький.